Я знаю, что очень много в интернете объявлений с просьбой о помощи детям больным. И мне одно время, меня периодически атакуют. Они присылают, причем полотнища справок, выписок. Один раз мне прислали длиною в жизнь практически, там чуть ли не 15 лет, с чеками, счетами. И вот теперь нам надо еще немножко, мы лечили, и вот нужно еще теперь немножко на аппарат стоимостью 1,5 миллиона, там чуть ли не долларов. И я начала, мне было просто интересно, я взяла все это, раскрыла, начала сопоставлять там. Ну, обнаружилось, что очень много несовпадений, несостыковок, то есть это какая-то сфабрикованная история. Я знаю, что таких много. И единственное, вот если меня спросите, наверное, как вот поступать в таких случаях, потому что сердце-то все равно сжимается, когда ты видишь объявление о ребенке, которому необходима помощь. Я стараюсь ориентироваться просто на своих знакомых. Если откуда идет информация, проверять, откуда идет информация. Все равно так или иначе можно выяснить, там и по фондам, я знаю, общаюсь с некоторыми фондами. И, или, когда меня просят, мне напрямую пишут там в Инстаграме или еще где-то, помогите, я отправляю, ну, поскольку я знаю, дружу, там, общаюсь с несколькими фондами, я пишу, пожалуйста, вот есть люди, которые целенаправленно занимаются вашей проблемой. И я знаю точно, там, фонд Гоши Куценко, который детям с ДЦП помогает, сколько они делают для этих детей, как они собирают деньги. И я лично знакома с куратором этого фонда. Ну, что-то никто не перезванивает.